Уже через три дня состоится техническое открытие горнолыжного курорта «Шимбулак». Ежегодно трассы посещают свыше 1,5 миллиона человек. В день эта цифра составляет около 10 тысяч. На лыжи или сноуборд встают не только профессионалы, но и любители. Это значит, что из-за большого количества посетителей есть риск травматизма. Перед началом сезона специалисты курорта провели инструктаж по правилам безопасности. В качестве спикеров пригласили опытных альпинистов, горнолыжников и других экспертов. Они рассказали, как правильно подготовиться к отдыху в заснеженных горах. Наш отдел «Шимбулак Аутдор» при горном курорте «Шимбулак» занимается просвещением в области безопасности культуры пребывания в дикой природе уже на протяжении 2 лет. Именно данное мероприятие проходит впервые. Официальное открытие курорта состоится в декабре, тогда будут доступны ночные катания. Специалисты убедительно просят соблюдать правила безопасности. Необходимо двигаться так, чтобы не создавать помех, не останавливаться в местах с плохой видимостью. Перед началом движения и обгоном убедитесь, что не мешаете другим. В случае, если вы стали свидетелем происшествия, окажите помощь и вызовите спасателей. Чтобы несчастных случаев не происходило, нужно не только правильно вести себя на склонах, но и надевать защиту. Экипировку. Основные травмы – это, конечно, конечности. Это ноги, то есть это голеностоп. Вот, так как те люди, которые условно новички, давайте говорить условно за горнолыжный спорт там, и горнолыжный отдых. Безусловно, это падение, это вывихи, это переломы. И иногда даже бывают травмы, несовместимые с жизнью.